Всем привет! Продолжаем серию по бездорожью. Экстремальные дорожки. Суровая Россия. На всех редакциях есть эта дорога. Очень такая сложная по проходимости. Глубокая. Таких уже не делают. Серега уже таких не делает. Офигительная просто дорога. Карта офигительная, машина офигительная, прицеп хороший, блин, просто вообще зашибись. Ну что, поехали потихонечку. Сейчас пройду, не пройду, я не знаю, 27 тонн груз. Что тут у нас? Постоянно начнем тормоз убрать. Груз 27 тонн, поэтому в таких местах очень тяжко. Тут-то есть, можно вот за карту, под карту провалиться. Хреново, флажков нету. Едешь, не знаешь, вслепую, короче. Будем сейчас тестировать. Маленький груз вытягивает, там, 18-20 тонн. Правда, я на КамАЗе здесь не ездил. А вот 27 тонн под вопросом, но здесь... Что в этом прицепе хорошо, да, вот если вы увидите, то он очень длинный. И у него нету боковой защиты, значит коллизия у него высоко стоит. Это тоже плюс огромный на таких дорогах. Главное в грязь, конечно, туда вот, в дебри, в болоте ну, вообще не лезть. Да, пройдешь, а так можно встать конкретно здесь или улететь. Вот сейчас чуть-чуть налево сверну я и под карту уйдет машина. Вот это плохо, флажков не хватает, вот серьезно. Здесь место дурацкое вот есть, сейчас машина должна встать. Блин. Ямочка здесь где-то должна быть конкретная. А, ну ё-моё. Вот, по-моему, мы встали. Тащи! Давай! Он молодец, хорошо тащит машинка. Что там, прицеп засосала теперь. Так, сейчас я, наверное, на ту сторону. По той стороне проеду. Поехали. Ой, нет, бля, нет, ну только не туда, ё-моё. Вот это пиздец недоработки, это, блядь. Ну чё это, ну чё это за херня, ну чё, блин. Подложка есть, а чё это такое, блин, куда? На дорогу не выйдет теперь, всё. Я не пойму, чё это за херня. Я извиняюсь дико за маты. Короче, не буду я никого нафиг судить. Какая есть, да, где, чё, куда ехать-то? А, вот. Какую делают, такую пусть делают, плевать. Но то, что карта достойна внимания любого, кому интересно, вот такая... симулятор, это я гарантию даю, ребята, берите, охрененная карта, офигительно. Я практически год брал, вот 11 редакций я брал. Сейчас вообще выгодно брать 12 редакций
заплатили взнос вступительный и за карту, и у вас все 12 редакций. А я с первой брал, и мне приходилось, короче, где-то штуку долларов я выложил на эту карту. Ну ничего, не жалею я, меня никто не подгонял, мне никто не заставлял. Хочешь — бери, не хочешь — не бери. Я хотел — я брал. Ну КамАЗ вообще тащит, тащит. Конечно, я его приготовил, чтобы он тащил, естественно. Как это я руку не приложу? Вот, допустим, мне в салоне удобнее ехать, я лучше ориентируюсь. Вылазь отсюда, с этого, блядь, канавы, епта. Здесь его не видно мне. Вот так хочется посмотреть, а так дороги не видно. Представьте, туда залезть, а? Ну вот я сейчас залезу вот сейчас сюда, вот, вот отсюда. А, мне по-любому туда залазить надо. Залезть туда — это капец просто. КамАЗик. Блин. Давай, 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 давай. Потихонечку. Прицеп зацепился. Колесом. Так, ну-ка дай-ка я первую сейчас убью. Паразит. Назад. С разгончика попробуем вытащить. Да что там цепляет, ё-моё, не пойму. Блядь. Тень. Какого вот хрена ему встать? А ну вот что ему надо? А вот знаете, что ему надо? А, у него не все колеса цепляются, поэтому он не может вытянуть двумя осями, допустим, на весу где-то висят там. Так, ну давайте налево поедем. Похуй. Ой-ой-ой, опять я под карту ушел. Ну ёп. Ну чё ты, Серега, твою ж дивизию, ну поставь флажки, ну чё это за дерьмо? Ну вот серьезно, недоработан же, недоработано. Обижайся, не обижайся, ну так и есть, ну чё это за порнуха? Флажки поставить надо, чтобы... А что так вот? Вот это вы называете читерством, да? То, что я камера. И что, мне перезагружаться теперь? Каждые 10 минут как упал. Ну это уже тоже не игра. Сохраненки загружать. Ну Серега сделает, я знаю. Серега по-любому это исправит. Поставит флажочек. Ну,
башка ништяк работает. Он где-то что-то раз исправляет. Хоть с опозданием, но исправляет. Не все видит, ему никто не говорит ничего, где что находится. Косяки. Хотя на форуме есть специальная тема для этого. Так, какие-то незначительные, да, вот в таких местах. Ё-моё. Вот это я. Залез. Сколько часов я вот на этой дороге ездил, на каких только траках я не ездил. Это обалденно, обалденная, конечно, дорога. Вот, честно говоря, вот ей идет вот эта глубина и физика дороги, труба непроходимая, она как-то вяжется с болотом. Но когда я заезжаю на север, где-то в снегах начинаю вот такое же, ну, блин, фигня полная, честно говоря, не идет. Такая глубина в снегу. Нет, не идет, не идет. А вот здесь в болоте абсолютно, прям смотрится зашибенно просто. Тихо, 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 не падай. Тут мне колесики вот подогнали. Хотя я чуть-чуть диаметр изменил вот этих кразовских колес, потому что они там безумно здоровые такие, вообще капец, они уродуют. Прям. Я не знаю, на что их ставить. Я их подогнал вот под такой размерчик. И они так клево смотрятся вообще. Немножко текстуру засветил, что он там черный уж чересчур, там, как будто он с завода выехал. Так, здесь что у нас? Да, прицеп выручает, конечно, поднятый прицеп выручает. Поднятый прицеп, и потом егошняя длина, вот будь он покороче, было бы сложнее. Давай, давай, потихонечку. Вот опять не все колеса цепляются, и он стоит. Вот эта дорога созданная, да, специально это видео снимать. Реально. Это просто конкретно. Еще бы вот Сергей сделал бы флажочки сюда, вот закончил бы такой законченный вид, если чтобы не был. Вообще было бы замечательно. Текстурку мог бы здесь обновить. Потому что это давно текстура старая уже. Еще с первых редакций. Сейчас у него получше есть текстуры. А я вот могу засесть здесь. Давай чуть-чуть, тут уже все, почти. Красавчик, красавчик, конечно, да. Вот я в салоне ее проходил полностью, целиком ездил в салоне. Ну чё, какой интерес для вас, да, вот салон. Ну, скажите, ёперный тематор. Для себя, что ли, снимает? Вот, ребят, смотрите на дорогу, на машину, как она идет. На прицеп. Короловский прицеп. Кстати, прицеп у меня тоже зашибенный. Сани.
У меня танковый... А, какого фига танковый движок, хотел сказать, когда камазовские двигатели ставят на танки, да, ребят, наоборот, камазовские движки на танках стоят. Так что... Хотел рисануться, короче, какой у меня движок стоит тут. А, получилось-то все наоборот, блин. Отличный отрезок просто дороги. Вот, между прочим, дальше вот есть еще одна дорога вот такого типа. Но там, не знаю почему, она мне меньше нравится. Видимо, там немножко другой пейзаж. Вот там вообще, здесь вот где-то мелкая есть, мелкие части. Там сплошная гребенка вот эта, везде глубоко, и по бокам такие маленькие. Да ёб твою ж ты, да что это такое, ну блин, а. Короче, так можно сказать на этой, вот на этой дороге. Если ты не знаешь, то ты упал. Если ты проходил эту дорогу, то ты будешь ехать по пути, который знаешь, по знакомому. Вот съехал, чуть упал, съехал, чуть упал. Флажок, флажочки можно поставить красные, которые предупреждают опасность. Вот не в кайф играть в симулятор, да, пересохраняться. Там, кто-то не знает, допустим, эту свободную камеру, хотя я сомневаюсь, что сейчас никто не знает, кто-то не знает. Ну, блин, честно, не очень-то приятно под карту проваливаться. Чё я застрял? Прицеп опять зацепился. Давай. Чё там с прицепом? А. Вот он, оказывается, уперся он. Так. Как бы его теперь вытащить-то назад? Ой, я прям на него наехал. Е-мое. Хочет заезжать вот сюда. Опа, зашел. И впереди есть болото, там большая такая вода с камышами. Тоже под карту проваливаешься. Ну там есть какая-то вроде типа карты на плакате, ну что ее зарисовывать, делать, и короче, мне тоже не очень, вон она впереди, мне тоже не очень понравилось в этом отношении, что едешь наугад, чуть вправо, чуть влево, под карту упал, под карту упал. Как-то надо вот что-то бы другое, вот, не под карту падать, потому что, чтобы оставаться на карте, в игре,
так скажем, не пересохраняться. Ну, блин, это не стрелялка, да, когда ты не прошел уровень и по новой идешь. Тут другая совсем тема. Да, ну ничего, он нормально справился. Я думал, будет хуже. Вот видите, да, вот это на плакате, это вот это маршрут, по которому надо ехать. Сейчас я вам там скриншот покажу. Вот она. Итак, это у нас получается одна, две ветки. Одна вот первая левая и вторая. Третья слева тоже она до конца. Ну и вот где их найти, эти ветки, да? Ну где вот, блядь? Как? Чё? Куда? Вот где? Тут шаг вправо, шаг влево, упал. Ну опять же, это стоит один раз только найти дорогу эту. И запомнится, конечно. Я один раз залез, я упал, короче, потом думаю, да нахер. Зачем? То есть... Не хочу, не интересно. Кому-то интересно, может быть, поэтому. Вот такой видосик. Ребята, всем всего хорошего. Всем всего замечательного. Спасибо за просмотр. Пока. До встречи. Вот такой КамАЗик, видите, да? Это мой тюнинг только, все. Сама модель не моя. Только тюнинг. То, что вот эти трубочки, спойлеры, там, лампочки. Вот это все так вот. Только это. Остальное модель не моя. Там вот руль, баранка, вот полочка там. Ну, остальное, короче, все. Все вам ясно, да, чей это КамАЗ? Ну, все вот. Пока всем.